И еще один кандидат в президенты Казахстана продолжил работу в регионах. Салтанат Турсынбекова сегодня встречалась с жителями Туркестанской области. Встречаясь с женским коллективом одного из заводов «Кентау», а это 30% сотрудников этого предприятия, кандидат подчеркнула, что работающим женщинам необходимо снизить пенсионный возраст до 58 лет. Череду встреч с избирателями Турсынбекова завершила обстоятельной беседой с людьми, которые ограничены в своих возможностях. Мы провели с ними беседу и дискуссии. Я очень восхищаюсь этими людьми. Они обладают не только сильным характером, но сильным духом и верой в жизнь. Иногда даже обычные люди не ставят для себя цели в жизни.